Мы пришли, там записались, и потом переоделись, потом пошли прыгать на батутах. Прыгали где-то 30 минут, и потом где-то я опять, как обычно, прыгала, и у меня как-то резко начало сжимать в ребрах. Когда она, ну, во время, когда прыгала, резко начала сжимать в ребрах, потом, и потом где-то 3 дня ходила с болью. А так инструктора, когда мы там прыгали и делали сальто, они сидели в телефонах и все. Нужно учитывать то, что это дети. И как, когда инструкторы именно проводят инструктаж по технике безопасности, они по большей части не слушают. А родители, ну, не считают нужным как-то объяснять, пережевывать вот это все. Ну и из-за этого на батутной арене много людей, за всеми не уследить, и поэтому вполне такое возможно. Вся техника безопасности соблюдается, батуты именно стандарта тоже получается. Заводские все. Размеры все верно, количество пружин все соблюдено, там, все по стандарту. Вот поэтому тут как по большей части именно человеческий фактор.